Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И это, можно сказать, экспериментальная такая серия, да? Так как я играю с камерой. Ребята, да-да-да, вы уже можете тут заметить, уже тут есть новые постройки, уже тут я прикон я убрал. Но все же, ребята, это экспериментальная серия для того, чтобы спросить у вас, не хотите ли вы, чтобы мы играли вот так с веб-камерой. Я понимаю, что играть с веб-камерой в Майнкрафте это... Ну, не знаю, но, ну, в принципе, не хотите ли вы, если вам окошечко нормально стоит, если не мешает небольшого размера, если находится в правильном углу, где не загораживает обзор ни мини-карты, ни покемонов, ничего другого, тогда, если вам не мешает, если вам интереснее вот так смотреть, когда мы играем с мини-камерой, если я вам не кажусь каким-то странным, потому что, если честно... Я могу сказать, что мне не очень привычно и мне не очень, как это можно сказать, мне не очень комфортно играть с веб-камерой. Ну, это как бы всегда сначала вот так не очень удобно играть с веб-камерой. Во-первых, потому что, как я уже говорил, это брекеты, ребята. Брекеты это всегда было такое, что кто их имеет... то тот их немного стыдится, да, так как брекеты. Ну, в принципе, если есть брекеты, значит, они нужны, а не потому, что просто захотелось их поставить, это же понятно. Но все же, есть люди, которые не смогут правильно понять, если, например, там, будут говорить, у него брекеты, ух ты, ла-ла-ла-ла-ла, это так, брекеты, фу-фу-фу, и там всякое такое. Ну, в принципе, есть разные люди, а есть люди, которые, в принципе, смогут нормально понять, да, то есть, вот, брекеты, в принципе, нормально, если у него брекеты, если человеку нужны брекеты, значит, он их установил. Ну, значит, они у него есть, значит, они ему, в принципе, нужны, да. Но все же, могут быть такие люди, которые, в принципе... неправильно поймут, ну, блин, может, я не знаю, но то, что мне не очень комфортно, мне не очень удобно играть, я немного, может, даже сказать, стесняюсь, только потому, что, как бы, брекеты, да, и это, ну, чуть-чуть стесняется человек, как бы, чуть-чуть стесняюсь, можно и так сказать, но, в принципе, если вам, ну, как это можно сказать, если это не играет какой-то большой роли, да, то, в принципе, можно даже играть вот так с камерой, ребята, если вот так, например, интереснее будет, да, то, в принципе, можно, я так думаю. Кстати, вот я уже тут немного себе платформочку продлил, так как... Ну, как платформу? Вот эту фигню, которая... Ну, стоит, на котором у нас дом построен, вот это все, потому что, в принципе, там места не хватало, я себе уже потихоньку там начал строить. Как потихоньку начал строить? Я уже достроил... так, что там выпало? Вот. Я уже достроил, можно и так сказать, это... Как это можно назвать? Ну, в принципе, построил как мог. Тут у нас будет картошечка. Вот, сейчас мы сюда забежим. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, ребята. Так, в принципе, вот тут у нас картошечка будет. Тут у нас морковочка будет. Я не очень так много места делал, потому что, в принципе, нам не очень так и нужны... Нужна еда, да, в принципе нужна, я не говорю, что не нужна, но не так, ну, мы ее не очень, да, тратим, поэтому ее хватает, но все же, чтобы она была, потому что у нас там остался стак картошки и стак морковки, да, вроде бы кажется, что нормально, но, ну и так, мне кажется, что, о, ух ты, первый, так, что бы выкинуть, вот это выкинем, офигеть. Так, это уже мы можем поставить. Да потом разберемся, на кого поставить. Сейчас я уже, в принципе, ребята, просто начал немного переделывать город. Ну как город, наш дом, и тут, в принципе, может потом и город будет. Я уже начал это немного переделывать, так как мы уже начнем строить магазины, да, для магазина нужно немного больше места, чем тут было. У нас же место было вот до сюда, да, тут кончалась дорога, и тут шло вот так, как тут, типа, вот так вниз шло. Поэтому я тут немного продлил, да, но все же нужно будет потом еще продлить, но это потом я продлю. Тут у нас же было небольшое такое
озеро, да, немного воды и гора. Вот я как раз ее сравнял. Ну, тут еще вот это осталось, потом тоже нужно будет это убрать. Давайте же, наверное, сразу посадим картошечку и вот это все, чтобы у нас тут было. Тут не хватило у меня две штуки есть, нужно боль. Ну, это потом сделаем. А, вот что я думаю, ребята. Тут может дорогу туда сделать, чтобы был проход. Тут может, я не знаю, может тут тростник посадить, потому что тростник и так он будет нужен, так как если мы будем делать магазин. Тут дальше, например, где-то сделать магазинчик, там, где все продавцы будут стоять. А потом где-то там дальше можно даже второй дом сделать, потому что этот дом, в принципе, маленький, я не знаю. Но места там хватает. Если, конечно, все засунуть в одну кучу, то, конечно, будет хватать, так как, в принципе, у нас тут стоит это все, да, но. Ну, в принципе, можно сделать дом какой-то большой. В прошлом сезоне у нас же двухэтажный был дом, там куча сундуков было и куча комнат и вот этого всего. Поэтому можно будет и так сделать. Так, чё бы. Уже инвентарь переполнен, я просто себе кучу дерева вот это шел добывал, я даже в шахту сбегал немного, угля добыл, вот, там я и уголь добыл, еще немного там железо и золото есть, давайте же сразу поставим вот сюда и вот сюда. Вот так, чё мы можем поставить в сундуки, это вот сюда, это вот сюда, ну с этим мы потом разберемся, что и как. Это вот сюда, и что я хотел, а, точно, возьмем. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Я, ну, возьмем полстака, ладно. Полстак, да какие полстака там? Да, в принципе, ладно. Вот деревья я тут посадил. Сакуру, да? Или как она? Нет. А какую нафиг сакуру? Акация, точно, она же вроде акация называется. Там же у нас были ростки вроде, или я их нашел, или были. Фиг его знает, ребята, но ну, посадил я их, да и все. Так, где картошечка? А, это твою. Иду сажать картошку. Даже у нас нету ведра с водой, где можно вот это все набрать, воду. От капут, забыл. Так, возьмем сразу два ведра. Сразу два ведра, ребята, чтобы хватило. Пойдемте наберем воду. Может, хотя фиг его знает, нужно ли поближе где-то тут воду делать. Ну, в смысле, источник воды, в принципе, у нас за домом тут есть. Может, потом мы его уберем, но пока что тут есть, пускай он будет. Потом, может, где-то озеро тут сделаем. В принципе, места, ну, можно сказать, хватает, да? О, Инфернейп уже 61 уровень. Так, и еще раз. Так. Ну что, давайте идемте посадим. Вот это все дело, да? И можно потихоньку. Нормально, как раз хватит. И можно потихоньку уже делать магазины. Вот, отлично. Так, Волтор, ты что-то тут вообще не по делу стоишь. Так. Это мы сразу же сейчас. Сразу. Да что ты не то я хотел. Так, сразу мы сейчас. Так, отлично. Ну, ферма получилась такая. Не скажу, что очень какая-то нереально офигенная, но все же. Может быть, я так думаю. Вот так, отлично. Тут с этой стороны мы посадим картошечку. Вот сюда. Да, не хавай, а посади. Голодный, я понимаю, ты голодный, но ну подожди немного. Да, в принципе, мы голодные, какой ты голодный, да? Ну, сейчас мы покушаем. Сейчас мы покушаем, да и мы посадим хотя бы сначала. Вот так. Можно, в принципе, посадить сразу же все картошки, но. Все в картошке, но мне кажется, что. Ну, картошку еще жарить нужно. Например, придем и соберем и картошку, и морковку. Картошку поставим жарить, а морковку как раз хаваем. Я думаю, будет нормально. Вот как раз я собрал априконы с этого места. Если я уж такую ферму, можно сказать, сделал, то мне кажется, уже можно получше место сделать для априконов.
Не нужно делать вот так все стенами. Мне кажется, лучше будет сделать просто опоры, да, и вот там посадить априконы, да, и все. Или может тут какое-то озеро сделать, априконы где-то. Тут можно сделать такую, знаете, огромную ферму. Такая огромная ферма, посередине будет как какой-то дом стоять. Возле дома, например, как это называется? Ух ты, чё-то я слова забываю. Мельница, точно. Будет мельница стоять. Ну просто для украшения, чтобы заполнить место, да. Будет стоять мельница, сзади будет, например, там пшеница расти. Ну, пофиг. Будем хлебушек себе делать. Будет, например, пшеница расти. И априконы там будут расти. И тростник, точно, нам же тростник нужно будет выращивать. Поэтому, в принципе, можно будет сделать, стену какую-то сделать. Но это потом разберемся. Так, что нам сейчас нужно, ребята? Что нам сейчас нужно? Давайте-ка я хочу сделать вот так. И что я еще хочу? Вот так. Вот так, чтобы сделать себе уже крышу, хотя бы этот дом закончить, а потом уже следующий начинать. 20, я не знаю, хватит ли, я не знаю, сколько там нужно, там, в принципе, еще не хватает. 28, фиг его знает, тут 12, тут... Ну что, давайте пойдемте посмотрим, покушать. А то мы уже джунгли нашли, ребят. Джунгли, джунгли, джунгли. Сейчас уже и если будем там время проводить, как это можно сказать, если там будем ходить по джунглям, то уже может и Мью даже заспанится, если, конечно, повезет. Чё ты? Так, ну сначала давайте мы тут крышу достроим. Я не знаю, хватит ли. Твою ж. Нахрена так много сделал? Ну ладно, пускай. Сейчас нам вот этого нужно. Вот этого у нас 12 штучек есть. 24, так. Чтобы уже хотя бы крыша была, чтобы уже нормально было. Сколько там нужно? Я не знаю, сколько там нужно. 40 штук. Сейчас нет, не хватит. Да, ну нафиг, мне что еще больше нужно будет делать? Ух ты ж. Я думал, ну стак, в принципе. Сколько тут еще нужно? Вот этого не хватит. 100% не хватит. 24 штуки. Не, еще нужен стак будет, приблизительно. Еще нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 штук нужно. 36. Так, сейчас. То есть нам нужно поставить. У нас сколько там есть? 36 штук нужно, если я правильно посчитал. Если потом окажется, что пару штук не хватает, это вообще сгореть можно будет. 36, то есть мы сюда ставим 33, потому что 3 штуки у нас уже есть. Тут железо. Или больше печек сделать, или что, потому что, в принципе, иногда даже места не хватает. Сюда мы 43 штуки золота. В принципе, еще на 4 раркенди хватит. Инферней 61. Эмфорос 60. Шинделур 60. Так, давайте-ка мы это снимем. Это. Да что ты? Это мы тоже снимем, чтобы больше опыта остальным шло. Ну он уже пропал, конечно, уже пропал. А куда я шел? А, ну я за боссом, наверное, шел, но он уже пропал. Поэтому сейчас.
куча дерева тут, в принципе. Пока, пускай пока что валяется. О, это кто там у нас? Нет, не будем туда идти. Так, сюда, сюда, сюда мы, чтобы поставить вот это. И, в принципе... Чего бы магазин сделать? Нужно уже магазин начинать делать. Может, с кварца, да? Ну, в принципе, там есть куча вот этих покецентров, которые мы понаходили. Можно просто туда пойти, кварц найти, да и все. Сколько стоит починка? Два? На какой уровень можно зачарить? Вот, как раз. На второй уровень нормально, потом дочарим. Так, сейчас, сколько тут у нас штук, там нужно, ну, в принципе, если я правильно посчитал, да, у нас уже 12 штук есть. 12 штук есть, сейчас тогда я немного... Да ты чё, вообще охренел, в моем доме ты еще на меня нападаешь, зараза? Так, вот сюда мы ставим вот это, вот это, вот это. И все, сюда мы давайте вот это поставим. Отлично, прикон. Так. О, тебя можно убить. Еще три покемона осталось для прокачки нашей первой команды, да? Чикари. Ух, как. И тебя бы словить. И убить бы покемона босса. Наконец, так, давайте попробуем. У нас 4 ультрабола осталось. Нужно уже ультраболы делать, ребята. Отлично, ребята, словили мы Чикариту и... А, нет, думал, успеем убить еще босса, но он уже как раз пропал. Когда мы только словили Чикариту, ну ладно, зато мы Чикариту словили. Вообще отлично. Так, сейчас. Сейчас. Что там у нас? 24 штуки. Похаваем. Морковочку мы похаваем. Так, точно. Это можно сюда уже поставить. 3 штуки есть. Чё бы взять? Ох, ребята, не знаю, выгляжу ли я усталым, не выгляжу, там босс просто у меня сейчас уже ночь не ночь, но уже так нормально времени, уже тоже сижу такой, капот. А чё тут делает вот это? Это мы поставим вот сюда. Так, чё там у нас есть? Ладно. Ну что там, крыша? Крыша, дайте нам блоков на крышу. 24 штуки. Дайте нам блоков. Вот тут уже, говорю, тут уже можно начинать строить стенку. Или, например, если... Я хочу немного по-другому дорогу сделать. Вот, я хочу вот так сделать. По бокам, то есть вот так, по краешку, вот так. Я не знаю, мне просто так больше нравится, я не знаю, так мне, если честно, больше нравится, как думаете, ребята? Поэтому я вот тут и априконы эти начал убирать, чтобы места тут больше было. Ну и так нужно вот это все ставить на пережарку. Вот эти все камушки. 6 штук. Ну чё там, сколько у нас? 36 штук. Давайте посмотрим, правильно ли я посчитал. Вот так. И сейчас лезем опять на крышу. Фу.
Лезем опять на крышу, и сейчас мы, ребята, посмотрим, правильно ли я посчитал. Фу, отлично. Если бы там, например, одного не хватило. Отлично, правильно все посчитал. Можно... Все, крыша, в принципе, уже достроена, нормально. Понятно. Вот сейчас, в принципе, я уже думаю, что даже не будем мы... Хотя вызывать Инферней по Эмфороса. Будем уже вот так качать. Винозавром, Фировым, Лайрон. Ну, посмотрим, ребята, посмотрим. Я так думаю, давайте уже на этом закончим эту... Нет, там еще боссик есть. О, тебя можно убить, так что побежали еще мы туда, ребята. Если успеем, если он не пропадет, то можно будет и его убить. О, там еще кто-то. Эконс. И Эконс. О, вы что-то... Нет. Ты нам пока что не нужен. Дайте нам... Эконцев убить. Двух боссов. Ну чё, где ты там? Вот ты. Давайте попробуем винозавром его убить. Если, конечно... Хотя... Нифига себе, нормально. Так, винозавр 48 уровень. Еще давай тебя. Ух, сейчас лучше инфернейпом. Еще один мастербол, ребята. Еще один мастербольчик. У нас уже... О, там еще кто-то. У нас уже, ребята, 5 мастербол. Ты что, пропал, зараза? Только заметил тебя, ты уже пропал. А, нет, не пропал, ты просто уплыл. Magikarp. Еще бы доплыть до тебя. Сейчас попробуем доплыть. Винозавр, 48 уровень. Еще 12, 15 и 20 уровней. Если уже сделаем магазин, да? Я так думаю, что можно сначала сделать хотя бы одного продавца, да? Но то, что даже если магазин... Ну, тростник на первое время, мне кажется, там хватит, да, если что, потом еще найдем. Лучше сделать всего магазин, а после магазина уже начать делать... Не магазин, а сначала сделать продавца, а после продавца уже начать делать магазин. Мне кажется, так будет... Лучше. Да не ты, где ты? Вот ты, зараза. Фиг тебя заметишь. Так, ну что, давайте уже выбираться отсюда. И бежим, ребята, уже домой. И, в принципе, думаю, что... Ну, посмотрим сейчас, давайте добежим туда. Ух, капут. Добежим. И можно идти и поспать, сейчас покушать что-то бы, чтобы покушать. О, арбузик. Арбузик сейчас мы покушаем. И побежим. Там уже что, картошечка выросла уже потихоньку. Хотя бы, ну, давайте сейчас посмотрим. Я не знаю. Ладно, не будем мы. Ну, растет потихоньку, да. Нормально так. В принципе, все, ребята. Давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам нравится играть вот так с камерой. Если вы хотите, чтобы мы играли с камерой, то, в принципе, ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.